В Люберцах проходит комплексное благоустройство дворов. В этом году в округе преобразится 38 придомовых территорий. Один из обязательных элементов благоустройства – детские площадки. Дополнительно игровые комплексы устанавливают и в рамках губернаторской программы. Какую оценку дают жители проделанной работе, расскажем в следующем сюжете. У жительницы Краскова Валентины Михайловны Долговой двое внуков. За развлечениями раньше приходилось ездить в торговые центры или ходить на детские площадки в соседние дворы. Теперь для того, чтобы интересно провести время, достаточно выйти из дома. Современный игровой комплекс оборудовали прямо под окнами. Довольны и дети, и мы. Лазают везде, хотя вот сюда нельзя, все равно карабкаются. Новые детские площадки нравятся всем, и взрослым, и детям. Одни любуются красивым видом, другие радуются разнообразию игровых элементов. Мы очень рады. У нас окна сюда выходят. Мы каждое утро встаем, смотрим. Очень приятно. И любуемся. Очень красивая, яркая, самое главное. Малышке очень нравится. Горка большая, конечно, очень понравилась. Качели, паутинки. Мне тоже паутинка нравится. Это лучшая площадка в мире. Молодцы строители, которые ее построили. Пока дети осваивают игровые комплексы, родители следят за их безопасностью. Современные детские площадки оснащены резиновым покрытием. Игры на свежем воздухе будут без ссадин и травм. Что нравится? Именно то, что мягкое. И даже вот в жаркое время дети ходили босиком. Поэтому не вызывало никакого сомнения. Очень здорово. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.